Сразу две аварии с пострадавшими произошли минувшей ночью на кольцевой автодороге. После съезда на Пулковское шоссе самосвал на большой скорости влетел в ограждение. Удар был такой силы, что тяжелый грузовик перевернулся, рухнул на отбойник и буквально развалился на части. Кабину смяло и оторвало от кузова. Проезжающие мимо автомобилисты вытащили водителя, вызвали скорую помощь. Мужчина был в сознании. Сейчас он в больнице. В том же направлении, с разницей в буквально в несколько секунд, возле съезда на Софийскую улицу, легковой автомобиль въехал в сигнальный прицеп дорожных рабочих, оборудованные стробоскопами и световой индикацией. Травмы получил водитель. Почему мужчина не заметил предупреждающие знаки, мигающие огни и не увидел информацию на табло, непонятно. От машины осталась груда железа, прицеп разорвало пополам. Несмотря на позднее время, на проезжей части скопилась пробка, так как все полосы были перегорожены.